This is how it all begins. Yeah, that was what. Hawa. But let me see the answer to this. Today we are going to You demanded more abortion birth, so we have abortion birth called abortion birth single, abortion birth the impossible. Malo. Flamethrower. No. Tits. Умри, сука! Никогда не думал. Давление измерить. Доктор. А что предлагаете сделать? Я тебя сейчас научу. А вы, случайно, не гей? Да вы с ума сошли! Конечно, гей! Что за хуйня? Не приставай к моей суке, ублюдок! Мама! Бля, ну и хули тебе надо тут? Твоя мама родила эту хуйню? На, сука, получи! Какого хуя ты тут тыщешь? Мне вряд ли найдется место среди твоей братвы. Блять, моя нога! Как я заебался! Что-то случилось? Будешь сосед? На! And now? Уважаемые нас, мы с волнением и надеждой ждем удачи. Мы торопились. Приближает нас время волшебства, граждане России. А сейчас я буду из надежды. 15 секунд тут для текста до ебеней. Ah!
I'm a boy. It's off. I'm going to Uranus. Это не имеет никакого значения. Привет, скучно. Сидел как-то котан у себя дома, и вдруг, блядь, скучно пиздец стало. Короче, он такой думает, а чё, бля, если мне сделать самому рассказ приколов про Дина. Всё, ебать, сейчас будем делать смешные приколы. Бля, ладно, надо начинать. Шёл Дид по лесу, видит, лежит Джейк. Дид подходит и спрашивает, хочешь пососать мою залупу, пидор несчастный? Бля, ты чё охуел, что за гейфанк? Азаза, на самом деле я тебя затроллил, подходи поближе. Короче, Джейк сосал залуп, Дида сосал, да и откусил его нахуй. Джейк съел залуп, Дида она прошла через весь его организм, превратилась в говно и застряла в анусе. Аго, Джейк, мы теперь с тобой братья, по анусу, ура! Пожалуйста, что такая хуйня вышла, но это слишком охуенное видео, чтоб я был достоин его касаться.
как хорошо, что вы пришли. Нам телеграмму срочную передать. Пожалуйста, заполняйте бланк. Фломастер. Дядя Федор, приедь срочно. Мы уже, не знаю, купить новый фломастер. Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Бери мои валенки и иди в лес за елкой. И гражданин Шарик, поищите шпицу. Не буду. А я говорю, иди в лес. У меня денег нет. А почему так вышло-то? Что у вас, средств нету? То есть денег у вас не хватает? Как-то раз я нашел про то, и увидел там ничего, потому что оно не про то. Kind of cringe, I guess.